Друзья, сейчас идет запись на 7-й лекторий имени Андрея Юрьевича Склярова «Шаг в сторону», который пройдет 26 ноября по тому же адресу, улица Воздвиженка, 9, начало в 13 часов. Это 3 минуты пешком от метро Арбатская. На лектории будут присутствовать знакомые вам по фильмам участники экспедиций, которым вы сможете задать любые вопросы. Алексей Комогорцев и Андрей Жуков представят свои новые книги, первые экземпляры которых привезут на лектории. Книги с автографом можно будет приобрести на наших лекториях и на сайте проектов лаборатории «Альтернативные истории». В этот раз для вас выступит исследователь ЛАИ Алексей Тесленко, известный вам по фильмам из цикла «Запретная тема истории» с докладом «Неолитическая революция. Ее причины и следствия». Речь пойдет о влиянии катастрофы, которая предположительно произошла около 10 тысяч лет назад, на дальнейшее развитие человечества. Что случилось с древней высокоразвитой цивилизацией и куда она пропала? Как и какое влияние оказало на дальнейшее развитие современной цивилизации? Исследователь ЛАИ Андрей Жуков, кандидат исторических наук, с темой «Всемирный потоп». Катастрофа переводится с древнегреческого как «переворот». Возможно ли, что он был спланирован? Кто и зачем перевернул Землю? Является ли наша цивилизация искусственно созданной? И может ли быть, что мы несколько тысяч лет живем по чужим правилам? Андрей расскажет про свои новые исследования на этом лектории. Исследователь и журналист Алексей Комогорцев с лекцией «Коммуникации с чудовищами в культуре пермской чуди». Реликтовые чудовища занимают ключевое место в культуре пермской чуди. Что объединяет представление об архаических чудовищах у пермской чуди, славянских народов и представителей других традиционных культур Старого и Нового Света? Имело ли место реальное взаимодействие между людьми и реликтовыми ящерами? И какие факты указывают на это? Стоимость билетов. 1200 рублей до 18 ноября, 1400 рублей с 19 до 25 ноября, 1500 рублей 26 ноября, в день мероприятия. Для вашего удобства есть возможность забронировать места в первом и втором ряду. Стоимость – 2000 рублей. После мероприятия мы отправимся в кафе на Арбате, чтобы продолжить вечер в теплой компании и в кулуарах обсудить с исследователями волнующие вас темы. Спешите! Количество мест ограничено. Записаться на лектории теперь можно в любом из мессенджеров по номеру, указанному в описании, в группе «Лектория ВКонтакте», а также на сайте «Лектория». Все ссылки в описании и в закрепленном сообщении. Ждем вас, друзья!